После срока правления Америкой у Трампа немножко не поперло, и он стал гопником. Мы сегодня будем делать о Трампа и Хиллари из старого Тапса. И в конце видео будет еще один персонаж из игры, который ты, скорее всего, знаешь, потому что она очень хайповая. Но я тебе не скажу, нужно будет досмотреть видео до конца. Вот. Огонь. 2HP представляет. Салам и всем, друзья, с вами 2HP, и сегодня мы снова играем в Totally Accurate Battle Simulator, и, судя по названию, я думаю, ты уже понял, чем мы сегодня будем заниматься. Да, давненько что-то не заходили мы с тобой в Unit Creator, так сегодня возьмем и зайдем, потому что у меня есть пару очень интересных идей, давайте же приступим к их исполнению. Так, первое, что я хотел, это, конечно, отключить баг на большой рост, который я случайно включил и начал проходить компанию, записал аж две серии, я видел, я просто записал две серии подряд, поэтому вторая серия была тоже с большим юнитом, извините. Вот, все, я при вас его отключаю, и больше включать, я просто иногда их включаю, когда делаю картинки, поэтому так получается. Короче, что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем делать Трампа и Хиллари из старого Тапса, и в конце видео будет еще один персонаж из игры, которую ты, скорее всего, знаешь, потому что она очень хайповая. Вот, но я тебе не скажу, нужно будет досмотреть видео до конца. А пока будем делать Трампа и Хиллари. Они там делаются, кстати, несложно. Давайте пойдем в Custom Content, давайте пойдем в Unit Creator и будем искать для них какие-то подходящие скинюшки. Итак, вот, собственно, картинка. Вот там должна быть картинка, по которой я буду сейчас делать. Вот здесь и Хиллари, и Трамп, и они очень классные. Они, вот, как я уже сказал, без одежды. Там только важна, на самом деле, прическа у Хиллари. Еще важна ожерелька. Они оба с автоматами. Нет, Хиллари там, по-моему, с конвертами. Но конверт здесь нету, мы что-нибудь придумаем на замену. Пока делаем Трампа. Воблер. Будет обычный воблер, это точно. Потому что Трамп у нас не карлик никакой. Давай я заспавню какого-нибудь нормального с нормальными глазами. Так, очень и очень важная херня. Я знаю, что здесь очень плохо слышно. То есть зритель практически эту штуку вообще не слышит. На монтаже на максимально это выкручу. Вот, а сейчас просто сам подберу какой-нибудь голос подходящий. У Трампа очень низкий голос. Он такой... Вот что-нибудь такое мне нужно. Слушайте, мне понравился голос Сквайра. Я если немножко еще пич уменьшу... Похоже, да? Слушай, прям Трамп с трибуны кричит. Только послушай. Охеренно. По-моему, подходит. Так, хорошо. Мили юнит нет. Трамп у нас юнит рейнджет. Рейнджет юнит. Потому что у него будет автомат. Давай. Давай мне weapon. У него было М16. Для Хиллари. Ну ладно, это будет для Хиллари, когда я буду делать Хиллари. А сейчас я делаю Трампа, поэтому мне нужен М. 16. Какая красота. Так, посмотри. М16 автоматик и М16 не автоматик. Давай автоматик. Ну все, уже Трамп, уже смотри-ка. Пусть будет синий. Да, как я и думал, у него два автомата, поэтому ставим ему два автомата. Вообще без проблем. Оба автоматических и... Нормально. Отлично, хорошо. Нет, будет красным, ладно. Не знаю, буду ли я делать ему одежду, наверное, буду. Но самое главное и самое сладкое, самое сочное. Почему мы будем идентифицировать нашего юнита, это прическа. Потому что этот президент славится просто грандиознейшей прической, которая просто наинелепейше смотрится на нем. И сейчас я что-нибудь подходящее найду. Вот это, кстати. Вот это очень бы подошло для юнита злой араб. Кто знает, тот в теме. Кто не знает, тот не обращайте внимания. Это наши какие-то заморочки. Короче, единственное, что подошло, это вот это. Потому что больше ничего подходящего нету. Все прически слишком адекватные для этого президента. Окей, буду тогда так. Ну, нужно поменять цвет. Ну да, он, короче, ты типа желтый, типа белый. Да, определенно желтый смотрится как-то подходящий. Хорошо, будет желтый. Why, собственно говоря, not? Так как есть возможность сделать ему одежду, я одежду ему сделаю. Это была только шевелюра, давайте... Ну, сделаем костюм президента, почему бы нет, здесь есть и, типа, пиджак, и рубашка, и все дела. Сделаем его нормальным президентом, раз у нас не получилось подобрать нормальную шевелюру, значит, я компенсирую все это одеждой, чтобы он максимально был похож на того человека, которого мы, собственно говоря, делаем. После срока правления Америкой у Трампа немножко не поперло, и он стал гопником. Так, вот я нашел пиджачок, отличный пиджачок. Только вот это нужно сделать белым, потому что, как бы, алло, это же рубашка. Белая рубашка. Вот. О, как классно получается. А, штанишки обязательно. Штанишки.
Pants 10. Можно рваные. А вот, кстати, нормально. Во! По-моему, это они, кстати, есть. Так, ботинки. Нам нужны ботинки. Чисто. Официальные, черные, классические, нахрен, ботинки. Типа вот того. Нет, это какие-то тапки, это не... Нет, ну подожди, ну что такое, подожди. Давай подберем нормальную обувь, ну. Давай, не херню, не страдай мне здесь. О, скоморохи, смотри какие. О, тоже подойди. О, слушай. Трамп начал мутировать. А что, бывает. Так, если, короче, сейчас не найду нормальные ботинки, то я оставлю вот эти. Я отвечаю, пока я их уберу, конечно. Я их уберу, не буду издеваться, но это пока. Вот! Tabg Shoes. Идеально! Ладно, жалко, я хотел какие-то монстровские ноги делать. Ну, вот такой вот получается Трамп, собственно говоря. А что-нибудь еще надо? Армсхед? Нет, все готово. Weapon мы добавили. Давайте добавим обилки. Я обилок ему... делать много не буду. Он чё? Он мог ставить стены. Соответственно. Где тут обилка? А кто там у нас стены ставит? Не помню, кто ставит стены, но помню, что ставит. Я, собственно говоря, его сейчас и найду. Так, а так. Gravestone Wall. Блин, так кто же ставит стены? Наверное... Ну, он, ты понял, да? Мой любимый юнит. Если ты помнишь, кто мой любимый юнит, напиши в комментарии, я тебя проверю. Ну и все, и он будет отходить назад. Это одна из его защитных обилок будет. Типа movement, да? Movement, movement, movement. Hover. Goalship. Hey, protector, teachers. Defense. Backwards. Dodge. Вот это нам все скорее нужно. Все. Так, closes мы сделали. Статы. Статы, 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 скоты. А, будет косарь у него хп. Размер будет немножко больше, потому что все-таки президент, статус, все дела. Вес я поставлю. Я так и не научился, кстати, управлять вот этими вот второстепенными какими-то. Вес и сила юнита. Хорошо для юнита, кто имеет тяжелое оружие. Так что можете носить им. Movement speed. Ну, будет побыстрее. Аж на 3. На 3.30. Почему бы нет? Атак спид норм. Сейчас будем тестить. Ты что? Сейчас нормально все будет. Атак спид и damage. Damage будет 100. А, тест юнит. Так, нормально. Раз мне поставили против меня, все-таки нужно сделать, короче, прическу белую. Что-то мне подсказывает, потому что желтая ни хрена не подходит. Не похоже на Трампа. Сейчас сделаю, наверное, белую прическу. А так, в принципе, норм. Смотри, какая красота. Ну, чистый Трамп. Ты только посмотри. Охрененно. Так, weapon. И не weapon. Clothes. Clothes. Ну, вот такую. Норм, что у тебя с глазами? Чувак, что у тебя с глазами? Вот, хорошо, все. Так, статы. Name. Mr. Trump is ready. Хорошо, так, сейв. Кост 3000. Кто помнит, сколько Трамп стоил в старом Тапсе? Ну пусть он будет стоить 5к. Мне честно, у меня даже есть инсталлер старого Тапса, но это мне сейчас надо устанавливать, заходить туда, смотреть. Или посмотреть чей-то видос, но мне, честно говоря, немножечко лень. Та... X... President of United States of America. Экс-президент, это значит, кстати, бывший президент. Это я вангую. Так, и делаем обязательно. Делаем... свитшот. Вот такой вот. Шплях! Готово! Засейвить. Давай я напишу в скобках. Будет the president. Вот так. Все, сейв юнит и ничего не знаю. Нормально, времени так ушло на него. Погнали делать Хьюлари. Следующее у нас идет миссис, мисс, хрен ее знает, Хьюлари. Так, что нам нужен воблер? Можно ее сделать кей-то, можно сделать ее маленькой, кстати. Нет, на маленькой очень мало налезает одежды, там еще не оптимизировано, поэтому делать не будем. Давайте опять же начнем с голоса. Нам нужна какая-нибудь баба. Баба. Кто у нас баба-то из юнитов? Кто баба? Баба. Одни мужики. Серьезно, что ли? Одни мужики, я тебе отвечаю. Вот, квикдроу баба, точно. Ну нет, он тоже что ли? О, ну по крайней мере высокий голос. Я еще печену и вообще...
Отлично, Хиллари, голос готов. Нога чешется, подожди. Так, Хиллари, подожди, да, я посмотрю. Короче, да, я посмотрел, у нее конверты. Она очень и очень быстро пускает из обеих рук конверты. Давай поищу здесь конверты. Envelope. По-моему, он так пишется, но, по-моему, их здесь нет. Тогда я сейчас попробую сделать ей сюрикены. Точнее, поставить сюрикены. И их буду уже менять. Ставим, короче, сюрикены. Вот, я даже не знаю. Сюрикен throw? Сенсей сюрикен throw? О, я даже и не знал, что они разные. Давай вот эти. Сюрикен throw, и... А как их там менять-то? Во, подожди. Статс. Сюрикен. Ага. Только не сюрикен, а знаешь что? Ну что-нибудь максимально подходящее на конверт. Давай найдем. Давай договоримся. Пусть будет. Что-нибудь. Ну. Ворона. Не подходит. Хер с ней. Пусть будут сюрикены. Окей. В двух руках будут сюрикены. Почему бы, собственно говоря, нет. Абилити пока нет. Давайте искать прическу. Пока я искал прическу Трампу, я, в принципе, присмотрел прическу Хиллари, и сейчас я вам ее, собственно говоря, продемонстрирую вот так вот прям в крупном плане. К сожалению, нету такой, какой хотел я. Единственное, что подходит, это Нурс. Вот это. То есть это более-менее такая, типа, женская прическа, похожая на, типа, ту, которую будет носить женщина-президент, что-то типа того. Они там оба голые, если что. То есть и Трамп, и Хиллари в старом Тапсе, они голые. Но мы делаем одежду, так как мы могем. И Хиллари я, наверное, тоже подберу что-нибудь такое президентское официальное сверху, допустим. Это будет какой-нибудь тот же пиджак, а снизу уже будет юбка. Но юбка будет цвета пиджака, и я думаю, это будет смотреться просто охеренно. Я просто... Юдашкин, мать его. Тогда цвет шапки надо поменять. Ну и рубашку, соответственно, да. Ну и рубашку-то мы сейчас наладим, это... Отлаженный... А галстук давай я сделаем какой-нибудь девичьего цвета. Ну типа розовый, есть розовый? Вот розовый. Может, женщина? Ну вот и все, и отвали тогда. Шапочка. Шапка у нас будет ближе к цвету костюма. А прическа у нее будет... Так как она уже дама пожилая, да? Я думаю, будет... Да дай мне. Ближе к седым вот таким волосам. Нет. Короче, она не будет седая, я понял. Она ж красится. Поэтому будет yellow, вот типа того. Вот. Нормально. Ну подожди, не смотри, она пока без штанов. Она стесняется, не смотри. Так, и теперь подбираем юбку. Хорошо, я где-то видел. Что-то сейчас мы подобное подберем, и я вам обязательно покажу. В принципе, вот это подходит. Но там, честно говоря, была поопрятней. Сейчас я найду ее. Вот, отличная юбка. Не смотрится с костюмом вообще. Нет, отвратительно, мне не нравится. Я видел другую. Вот. Отлично, я про это говорил. Она будет цвета... Давай я попробую сделать ее цвета костюма. О-о-о, огонь. Я же тебе говорю, смотри. Просто какой... Я даже не знаю. Это какой-то судья мировой. Нормально. Ну или я хотел сделать ее цвета галстука, как вариант. Да, наверное, давай я сделаю все-таки ее цвета галстука. Это будет thanks, это будет вот так. Да, так более разнообразие, так гораздо лучше. И чешечки у нас, у Хиллари, будут, ну я не знаю, точно не ласты. О, нихера себе какая-то модная. Смотри, какие сапоги. Давай они будут какого-нибудь интересного цвета. Давай они будут какие-нибудь оранжевые. Чтобы в глаза бросалось, чтобы было красиво. Нормально, что-то подобное. А выходит, а если цвет поменять? Во, вот так, кстати, классно смотрится. Мне нравится так больше. Так, Хиллари, что еще? Делай, обилки, давайте, хорошо, Хиллари. Ну, если у Трампа у него будет тогда обилки отходящие, значит, у Хиллари будут обилки наступающие. Я сделаю foolish jump, это обманный прыжок. И так как она все-таки дальнобойный сюрикенщик, я сделаю ей engage. Это, короче, этот будет, как его? Берсерк. Будет режим берсерк. Это будет прям, по-моему, охеренно. Так, хорошо, и с этим сделали. Одежду сделали. Статы. Ну, короче, тоже будет косарь. Нет, вот сайз будет уже маленький. Она будет маленькая, она все-таки женщина, все дела. Вес у нее будет 3 штуки. А movement speed будет тоже 3.30, как и у Трампа. Или атак спид у него был 3.30, что-то я забыл. Ну, пусть будет 3.30, все. А, дамага будет 100. Тестим. По-моему, мне нужно увеличивать ей атак спид, потому что что-то она стреляет очень медленно.
Я хотел, чтобы она была, конечно, поимбовее, если честно. Я тебе скажу, давай пусть будет у нее тогда 16. Во! Вот совсем другой дело. Ух, как всех положила. Вот ты красавица моя. А, классно. Отлично, подходит. Мне подходит. Хилару. А в скобочках я напишу Лэри, потому что это первая леди США. И... О, ой, фоткаться, фоткаться. Точно, точно, фоткаться же. Стоп, алло, алло. Блин, ну шапка здесь, конечно, бляха-муха. Ну как же... Шапка, нет, подожди. Подожди. Что-то мне шапка прям не нравится. Огонь, я не знаю, что с ней делать. Надо какой-то цвет поменять, но я не знаю, на какой. А, знаешь, что у нее? У нее же еще ожерелье. Так, я меняю, короче, цвет на какой-нибудь другой. Давай на цвет юбки сделаем тоже. О, смотри, как классно. Смотри, как классно. Огонь. У нее было ожерелье. Дайте мне ожерелье. Где-то должно быть ожерелье. Я тебе отвечаю, сейчас я найду. Так вот, неклес будет ожерелье. Я не знаю, что ей подойдет. Там вообще было белое обычное ожерелье. Но если что, я ставлю тогда вот это. Я просто перекрашу ее в максимально белый цвет. Типа вот. И сережки у нее были. Earrings. Херов два там будут серьги тут. Да? Ну можно ей, конечно, ушки сделать. Ну нет, не, уже не получится. Так, Hillary или The Lady, я хотел написать, что это The First Lady of United States of America. Вот. Сохранюхи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, подожди, ну что? Я хочу перефоткать, мне не нравится. Я же ожерелье еще сделал. Так, сейф, фотка. Во. Хочу сделать, наверное, немножко вот такую. Плохо, похоже, плохо. Мне не нравится, но я максимально сделал похожую. Сейф. Перезаписать, говорю, алло. Так, окей. Итак, если ты досмотрел этот ролик до этого момента, то я тебя поздравляю. Сейчас будем делать нашего персонажа из игры, собственно говоря, секретного, который я тебе обещал в начале видео. И это будет, меня просили, то ли на стриме, то ли где-то в комментариях, Hello Neighbor, привет, сосед. Сейчас будем делать привет соседа. Вот так вот выглядит этот товарищ. Давайте я тоже на него посмотрю. Так, я, короче, на телефоне себе открыл, чтобы видеть. Воблер у нас пойдет. Голос вообще, по-моему, не важен, потому что в игре он не разговаривает совсем от слова. Так что сразу приступим к внешности. Это у нас будет одежда. Итак, волосы. Волосы у нас небольшая какая-то растительность наверху. Прям совсем какой-то причесан. Темные волосы. И самое главное, внимание, самое главное, это усишки. Понял? Это уси. Давай я сразу наберу мусташ. Дайте я сейчас найду. Я уверен, что... Во, боже, боже, есть. Почему это не усы? Моустачи. А, я неправильно писал? Да, я неправильно писал. Во! Блин, как он классно похож. Волосюшки. Сейчас по-быстрому я сделаю, потому что очень долго мы потратили на Хиллари и Трампа. Я не хочу, чтобы видео сильно затягивалось. Я же обещал, типа, 20 минут видео. Вот, будет много обрезушек. Воу. Не, ну ты совсем не подходишь. Ну, вот какая-то такая прическа будет, только они должны быть цвета непосредственно усиков. Вот. Огонь. Следующее и самое главное, что будет определять нашего соседа, это рубашка. Какая-то оранжевенькая, да? С засученными рукавами. Обязательно нужно найти такую. И жилетка. Я думаю, жилетки здесь такой не будет, но я хотя бы какую-нибудь жилеточку найду. И постараюсь сделать ее максимально похожей. Вот примерно так получилось. Есть и жилет, который... Нет такого жилета, который у него. Такой, как кофта. И вязаный. Вот, есть такой жилет, я его покрасил в те цвета, которые нужно. Рубашку тоже нашел, покрасил в те цвета, которые нужно. Штаны у него просто обычные, оранжевые. Давайте я тоже их... Причем длинные, да, у него же не шорты, у него обычные длинные штанюхи. У меня создается такое ощущение, что я всем, короче, выбираю вот эти штаны. Вот всем, прям поголовно. Если что-то... вам кажется, что я что-то делаю не так, подбираю какие-то цвета неправильные, не судите строго, я могу что-то там путать какие-то, знаешь, темно-коричневые и темно-зеленые, светокоричневые, некоторые цвета очень плохо вижу, так что вот. Ай, ботик еще надо, точно, а что у него за боты? Давайте он будет у нас в тапках, вот этому персонажу прям в тапках быть must have, либо у него будут зайки, нет, зайки не будут, давай ему сделаем обычные шлепки, если они, конечно, есть. Шлепки. Вот они. Ну, нормально. Темненькие будут обязательно. Обязательно будут какие-нибудь
темненький, типа там это подошва, там подошва всегда будет темная, ты чего? Вот. Вот, привет, сосед, в принципе, норм. Так. Самое интересное, weapon, у него лопата. У Hello Neighbor'а лопата, это я отвечаю. Это я точно знаю, несмотря на то, что я практически в него не гамал. Если ты знаешь какие-то более-менее интересные подробности, ты мне напиши. Я, о, лопата, шовел. Так, тогда стопэ, подожди. Base, смотри, смотри внимательно. Видишь, мели, ranged, нет, мели, подожди, weapon. Как two-handed? А, вот two-handed, все. И вот теперь шавал. Один в один, ты только посмотри. Так, абилы, привет, сосед, я не знаю. Он должен что-то кидать еще уметь. Чего здесь есть? На, типа, Giant Fear. О, Giant Fear, это классно. Fear, это прям огонь. Будет у него Fear и будет у него... Какой-нибудь ускорение. Пинок! Пусть будет пинок. Где пинок? Где пинок? Должен быть пинок. Есть же пинок какой-нибудь. Monkey King Jump. Super Jump. Halfling Jump. Halfling Jump подойдет. Ооо, красота. Ты только посмотри, какой у нас классный получился персонаж. Так, статы. Ну, статы у нас по стандарту. Статы у нас по стандарту. У нас будет 5000 его. Тут будет очень сильный. Размер. Ну, так как это мужик, я всегда их буду делать немножко больше. Вес у него там лопата, поэтому пусть будет 2. Он будет не очень быстрый. Атаковать будет, ну тоже, ну так, типа на 2.2. А дамага у него будет, извините, 230. Не спрашивай, почему, давайте тестить. Ну давай. Ух ты. Ну кто же впритык так стреляет? Ты капитан, ты чего, охерел что ли? Капитан! А где он? Где? Не понял? Ретест? Давай убей кого-нибудь. Привет, сосед, алло, ты чего? Это, конечно, не то, что прям персонаж для... сражений, он же все-таки, ну, такой, знаешь, более скримерный. Что-то фирма не помогает. Вы видели, кстати, новая билка Балунера. Ну, не то чтобы новая, относительно новая, она в последнем обновлении была, но она мне очень и очень, честно говоря, нравится. Ну, наш Hello Neighbor не может никого убить, но да ладно, мы его делали не для того, чтобы он кого-то убивал, мы его делали для того, что он был... Вот и все, собственно говоря. Отлично, меня устраивает. Ничего не знаю, значит пишем. А его как зовут, интересно? Hello. Hello. Neighbor. Р, по-моему, так пишется. Я хер знает, по-моему, так. Так, и сейф. Иконочку делаем обезушки. Обезушки. Вот такой, смотри. Вот такой. Видно, что лопата? Подожди. Или не видно, что лопата? О, зараза-то, а? Подожди. Вот, нормально. Take a photo. Это будет официальное Hello. Neighbor Game Character. А, так вот. Огонь! Ну и она сейчас повисла опять на несколько минут. Так, вот такие вот три получились персонажи. Я, в принципе, давайте напоследок. Я их, наверное, во-первых, запихну в какую-нибудь фракцию. Давай это будет... Ну давайте я их в ютуберсов засуну, чтобы я их просто мог найти нормально. Как добавить? Я здесь не был уже 100 лет. Когда? Upload? А, Edit, вот, все, вспомнил. Так, Hello Neighbor мне сюда, Healer мне сюда и Трампа мне сюда, отлично. Все, сейчас заходим, тестим этих юнитов. Ну, я ставлю Хиллари против Трампа, это must have. Просто это сражение, которое даже, я не знаю, правда, на какую карту поставить, давай вот на этой. Смотрим. Смотрим, кто победит. Ну и, собственно говоря, радуемся, что у нас есть такие юниты. Если хотите, напишите мне в комментарии, я их... А, здесь же они, да? Я их выложу, да, они здесь, убери. Вот, и вы будете тоже наслаждаться юнитами, сделанными специально, 2 хп специально для вас. Смотрите, какая красота. Хиллари против Трампа. Нормально, нормально. Ну, не было другой прически, я чего могу поделать? Итак, 3, 2, 1, погнали. 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 Что-то у меня Трамп какой-то получился чересчур сильный, если честно. Я даже не ожидал. Так, а Hello Neighbor я тебя поставлю. Может, пощадишь все-таки его? Не охереть, у него какая-то скорость атаки сильная. Ну да ладно, вот такой получился юнит. Я что могу поделать? Смотри, вот Hello Neighbor, вот тебе Трамп. Все для тебя. Очень получилось немножко длинное видео, но это все ради того, чтобы получился и тот юнит, и тот. Я старался сделать их как можно более похожими на оригинал. А на этом все.
Спасибо, что смотрели это видео, подписывайтесь на канал, ставьте нравится и до встречи в следующих видео. Счастливо!